Всем привет, мы продолжаем играть Sniper Elite 2 ремастер. Теперь я знал, как прикончить Мюллера. Один точный выстрел зенитной башни по его командному пункту. Но русские спутали мои планы, отрезав меня от предполагаемой позиции для стрельбы. Мне нужно было пересечь линию фронта, обойти атакующих русских и проникнуть внутрь одной из наиболее тщательно охраняемых крепостей в Берлине. К этому меня и готовили. Были только я, моя винтовка и мишень. Прекрасно. Теперь хоть настоящее орудие будет. Ой-ой-ой. Сходу. Раз. Как ты думаешь, нам разрешат оставить себе вещи, которые мы найдем? Нет, их реквизирует командование. Черт, ну ты ж не скажешь им, если я что-нибудь незаметно положу в карман. Нет, что такое? Ну вот что такое, что такое? Блин. Так. Блин, наступил. Итак, мы получили палево. Так. Нет, 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 нет. Давай-ка назад вернемся. Да. Что у нас здесь? Хотя бы что тут? Как я вообще здесь оказался? Я спокойно бы так прошел бы, хоть показали бы ролик вступления, как я сюда попал. Ну, по идее, как-то должен был пробираться, да, отвлекать их туда-сюда. Нет, такого не будет. Моя маньячная натура на это не подписана. Ну, по идее, ППШ, что ли, взять? Пока есть, есть, ладно. Посмотрим, что дальше будет. Мы же не знаем даже, что за враг у нас. Так, у нас что? Камень, камень, где камень? Вот так. Чтоб не было недоразумений. Вода льется, господи, дождь на улице. Ну как дождь? Ливень! Ливень. Плакаты пропаганду обеспечивают нам. Что это? Кто умеет читать по... Это по-немецки же. Water... Waterland. Waterland. Это вода, ладно, это город, что ли, или что? Ой, не по мне, надеюсь. Там где-то бой идет. Так, а у меня что? Проникнуть в зенитную башню. Ой. А я еще только в начале пути своего. А нас атакуют. Так, где они? Ой-ой-ой. Да, я где-то тут. Блин. Что за палево такое? Ой-ой-ой. Вот так-то вы здорово придумали. На. Убью я тебя. Сейчас я тебя прикрою. Так, пока вроде не вижу. Вот эта вот штука интересная, взрывается. Красные бочки вот эти. Давайте обойдем. То, что надо, мы получили. Теперь надо потихонечку как-то свалить. Так. Нет, нет, нет. Вы меня пока не заметили. Вы меня пока не заметили. Не надо мне тут. А вот сейчас.
На. Первый есть. Наверх вы не сможете пробраться. Поэтому... Откуда я бью, ты хоть знаешь? Да. Вы же даже не видите, откуда я бью. Смогу? Так. Вы не должны подняться. Я посмотрел, лестницы вроде не было. Так что, как вы ко мне подниметесь-то? Не вижу. А кто-то есть, кто-то меня высматривает. Кто-то где-то на меня смотрит. Вот он. Блин. Получил. Найдите его. Еще. Вон он. Да, я здесь. А вы-то где? Почему со мной в прятки играть? Какой этаж-то? Первый, второй, ты где? Человечек? Непонятно. Я где-то тут, а вы где-то там. Ищите лучше. Так. Уже лучше. Смотрите, где ты? Хоть намек какой-то дай. Не видно. Ладно. Продвинемся. Здесь нет. Я где-то тут, правильно. Ну-ка вот так вот если. Нет, пока нет. Надо сначала расхреначить все свои магазины. Надо тихо, тихо тут. Уметь не надо. Все надо делать. Тихо, не спеша. Разберитесь с ними. Подавите приятеля. Давайте взрывчатку. Вниз. Давайте взрывчатку. Вон. Вы только не минируйте, пожалуйста, тут все подряд. Я тебя прикончу. Убейте стрелка. Так. Я даже не знаю, куда мне. Давайте вот так вот поступим. Я растяжечку вот здесь поставлю. Прикройте меня! Вот здесь вот так вот, вот так вот, так вот, так вот. И если что, вы ко мне пойдете и бабах. Хорошо? А я пока посмотрю здесь. Разберитесь, разберемся. Не беспокойся. Бум! Точно в голову. Вот смотрите, глаз. У него пропал глаз. Кто ж в этом виноват? Где-то здесь. А вы-то где? Найдите его. Почему я вас должен искать? Подбил. Не ушел. Еще один. Еще один. Так. Кто где? Смотрите в оба. Видите, кто его? Я вот его пока не вижу. А кто-то булькает. О, кстати, бутылочка. Да. Нет, бутылочка? Нет, не бутылочка. А как ты прошел?
Взрыв-то был? Ты подорвался, нет? Когда ко мне шел. Напарник-то твой. Или покуда ты вышел? А, нет, смотрите, подорвался. Вот не зря поставил. Знал, что пригодится. Так, что у нас под лестницей? Нету ничего. Ну все, можно выходить потихонечку. Путь у меня долгий. Вот, что за патроны? Чьи патроны? Карабина? Карабина. Смотрим на карту. Господи, я еще только на одном месте топчусь. А надо продвигаться. Тут что, ключи от автомобиля или что? Станок. Токарный. Опа, опа, себе патроны навытачивал. Итак. Где? Вот. Первое тело. Так. Вот еще два. Даже не знаю. Хорошо или плохо. Поменять надо было под него ППШ. Давайте сначала вы друг друга перебьете. Вот так. Давайте посмотрим, кто кого. Пусть они пока стрелят друг друга. Ну то я что, буду всех доубить-то? Один. А у них войнушка-то хорошая. Так, понятно. Они не будут убивать. Вы что, тут между собой воюете, что ли? Понять не могу. Как так получается, что вы между собой воюете? Кучка идиотов. И опаньки. Вот куда ты? Второй где? Только что видел. Блин, как зайцы. Ну я, конечно, тоже тут сплоховал. Но смотрите, как одеты немцы. Вы, кстати, не видели еще валенки. Посмотрите исторические хроники. В каких валенках они будут, говорю. Смех. Да. Куда тебе? В руку. Пробил тебе. Прошил насквозь. Да, вот такой у меня подарочек для тебя был. Ниже, поверху, куда? Блин. Да, автомат поменял. Даже не знаю. Нет, давай. Блин. Просрал автомат, надо было сразу хотя бы что-то собирать. Ладно. Пока здесь. Еще. Вроде не
снайперов-то нету. На, кому ты там руками машешь? Самоубийца вышел посреди. Ой, господи, что за... Так, кто-то меня видит, ага. Есть. Где второй? Да я видел, он там бегал. Вот так. Я, учти, с 20 метров свежки фитиль сбиваю. Думаешь, я тебе фитиль не собью? Вау, какой красавчик стал, видели? Я постарался. Так, это что, это опять золото. Золото взяли. Я не знаю, на второй этаж подниматься не стоит. Так. А тут и нету ни хрена. Зачем подниматься, не знаю. Ладно, как бы то ни было. Как бы то ни было. У нас один вход сейчас. Вот сюда. Да. Два ранения от такой винтовки-то ты тоже не переживет никто. Кто там меня ожидает? А, да тут еще это. Да, да. Тут еще вон оно что, Михалыч. Так. Где ты? Вот он ты. Так, патронов-то у меня прибавляется, это хорошо. Так, и тут вот еще. У меня для него хорошо. Хорошо бы вот так патронов поболее так набрать. Так. Взять мы взяли. Понятно. Пробраться. Мы хоть добрались до башни. О, мы у башни, все. Осталось только добраться. Стрельнуть куда что надо. Смотрите, как самолеты летят. Там, господи, взрываются. Все взрывается, это кошмарно, все в дыму, все горит. Не дай бог, вживую такую увидишь, обделаешься. Ага, вот здесь я должен был со звуком, ага, работать. Так. Гранаты. Гранаты мне пока не надо. Пока все есть. Жизнью доволен. Тут. Тут, скорее всего, собрать либо золото, либо бутылочки отсюда. Кстати, это не обязательно должны быть здесь, они могут быть разбросаны где угодно, бутылочки. Насколько помните, и на крыше они стояли, так что не удивлюсь, если вот отсюда где-нибудь вон там бутылочку увижу, чтобы ее разбить. Ладно, мы же не алкаши, бутылочки искать. А то как-то глупо получается. Вот. А чем мы сюда зайдем? Кто здесь есть? Что здесь есть? Покажите. Так, золото есть. Или я должен был отсюда отстреливаться от всех? Так это не очень выгодно. Ну, по крайней мере, глядя на мою позицию-то. От кого мне тут отстреливаться-то? Их гасить. Сейчас посмотрим. Вот. Посюда, посюда. А, надо было посюда залазить, можно было. И потуда потом напасть втихаря. Это вот, если хотите тихо пройти миссию. Я так понимаю. Все, дальше нет. Дальше лестницы разрушены. Вот, если хотите втихаря, это вот. Залазьте, пожалуйста. Обходите. Как шпион. Все, и вот здесь вот уже
бой, принимать бой вот так, как сказать, как шпион. Так. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Прием. Профессор, конечно же, лопух. Но аппаратура прием. Задача выполнена. Найти способ попасть на крышу. Превосходно. И слева можно, и справа можно. Ну, круговая, как я понимаю, да? Лестница-то общая. Так, а у меня что есть? Граната. О, растяжки две штуки. Так, надо вот так вот сделать. Сначала камнем привлекаем внимание. А потом их взрываем к чертям собачьим. Или что, или ты сюда спустишься ко мне? О, вот ты меня даже не видишь, кого ты там? Ну, в отличие от тебя, я-то тебя вижу. Итак. Ой-ой-ой-ой-ой. Бум! Превосходно! Вот так. Всех повалил. Перезарядим. Да, не получилось по-тихому. Ну и ладно. Я, знаете ли, не очень расстроился. Моя-то задача, главное, сделана. А это самое важное на сегодняшний момент. Так. Что у нас здесь? Так, он сюда уходил. Он золотой слиток. Вот сюда уходил. Вот, кстати, вот эти вот штучки можно было поди подбить. Бум! И они бы взорвались. Еще гранаты. Мне кажется, гранаты взорвали сами себя, они взорвали. Я что-то не посмотрел. Так, 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 так. Сюда посмотрим. Так, здесь нету. Там мы были. Там были, так, он наверх поднимался потихонечку. Так, у меня что? У меня... Вот этот фугас. Интересно, для техники? Или для людей? Динамитом я еще тоже не пользовался, но это, видимо, для спецопераций. Чтобы втихаря быть. А мы и так вроде пока втихаря. Что еще? Я успел? Успел, надеюсь. Надеюсь, успел. Итак. Люди там и там должны быть. Нету никого. Нету никого, но зато есть боеприпасы. Это уже хорошо. Давайте посмотрим в соседней комнате. Кто у нас? Ой-ой-ой-ой-ой. Надо его убрать до того, как другой найдет трупы. Что? Убитый солдат, ну и что? Да. Блин. Ты мою.
миссию раскрыл. Теперь все знают, что я здесь. Надеюсь, я вот надеюсь, никого нету. Того я вроде пристрелил. Он подальше был. Ну, здесь никого нету. Господи, живут в таких тюрьмах. Давай. Неплохо. Кто еще тут есть? Чтобы сзади-то не подошел ко мне. Опаньки. Ну, никого не вижу. Территория зачищена. Да, по ходу дела так. Все, территория здесь зачищена. Поэтому никто и не прибежал помогать тебе. Вот я со всеми справился. Вот стулья перевернул. Вот пакость. Золото взял. Неплохо так. Следующий этаж. Еще мы знаем, сколько этажей тут не написано. Не написано. Посмотрим, посмотрим. Пока мы поднимаемся наверх, вы можете подписаться на мой канал, оставить свои комментарии, ну и ставить лайки, конечно. Все. Здесь внизу, здесь внизу. Что мы видим внизу? Ничего. Вот фонари тоже предатели. Сток. Первый сток. Первый подъезд, что, первый этаж. Наверху никого. Вот сейчас бамка, дверь откроется. Ага, пьяные солдаты выйдут. Вот будет смеху-то. Так. Что у меня стоит? Камень. Бомбардировщики. Смотрим. Давайте-ка вот так пока поставим растяжечку. У меня их тем более три. Можно пожертвовать. Посмотрим. Тихо, тихо. Так, растяжки у меня пока больше не надо. Надо гранату вот. Блин, даже не знаю, как тебя убить-то проще. Вот так. Хрена себе. Ты чё, тварь, не убивай его. Так. Вот здесь никого нет. Ну хорошо, что сюда не пошел. Так. С этого мы все взяли. Перезарядим. Теперь у меня патронов-то, смотрите, сколько. Прибарахлился, да.
что, еще с него что-то взял? Два раза? И что так? Оно того стоило. Вот. Растяжечку-то сделал, а? Не дошел до меня, так бы от двоих бы отмахивался бы. Все, тут больше нету? Нету лестницы. Идем туда. Присядем, не надо топаться. Это что присядем? Это только что там воевали. Сомневаюсь, что здесь кто-то остался. Вот улица, дом, в котором мы живем. Который построил Джек. А мы посмотрим, что здесь есть. Нету ничего. Давайте. Так, на меня сильно не нападать. Я все-таки один, вас много. Я же не могу со всей Германией сразу воевать. Так. Посмотрим. Осмотримся. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, задача выполнена. Новая задача. Попасть в комнату с подъемником. Попасть в комнату с подъемником. А как нам туда попасть? Я... Давайте осмотримся для начала. Я так понимаю, нам кого-то надо долбить, сбить, что? Попасть в комнату с подъемником. А, нет, смотрите-ка, правильно куда-то продвигаюсь, правильно. И пойдем, пойдем тогда, раз мы верным путем идем, товарищи. А хотя, какие товарищи? Я-то вроде как американец. Против Германии. Почему-то Германия на всех... Немцы, русские, что-то все врагами сделали. Не было такого. А тут опять... Это что мы сюда приперлись? Что мы сюда приперлись? Что мы тут видим? Ничего. Ничего мы не видим. Нам надо наверх. Хорошо. На маленьком плоту. Давай. О, бутылочка, видите? Народу-то хватает здесь. Есть. Что, где-то еще есть? Подожди. Стой, стой, стой. Вот так. Блин, убили. Да тот еще встал. Козел. Ладно. Не беда. Теперь-то мы знаем, куда. Не знаю, что нам делать. Давайте сначала вот этого. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну тогда он долго будет идти. Первый. Второй. Еще есть? Давайте еще. Вот здесь вот я видел.
Бум. Да. Возможно, вы меня и схватите. Но это будет, ой, как не скоро. Где еще? Да. Все туда убежали. А толку нету никакого. Да. Еще? Лестница есть. Да. Давай. Теперь меня там видно, видели. Что теперь будет делать? Вы меня не видите, а я вот вас вижу всех. Ну так, все, ты вроде как один остался. Давай. Вот так. Что, что? Вас не предупредили. Вас не предупредили. Что я? И подобрали. Вооружились. Какая прелесть. Неплохо. Так. Еще. Все. Кончилось. Кончились. Ну вы че, чувачки? Решили с батьки помериться силами. Эх, вы какая, какие бездарные, господи. Легко разводимые, как малые дети. Что с вас взять? Да, это вот там еще есть. Господи. Охранничка. Ник. Какого дружелюбия? А как же человека любви? Как же мужская солидарность? Вы должны были мне помочь захватить это все дело. Так, ну вот я попал сюда. Куда же мне надо? Или куда? Блин, да не сюда. А я думал сюда почему-то. Поэтому и расчищал это место. Так старательно. Так, ладно. А куда мне? Вот сюда. Сиди, волочили. Вот отсюда люди убегали, нет? Даже не знаю, нет, куда? Сюда, сюда, туда. Попасть в комнату с подъемником. И смотрим. Что у нас там есть? У нас есть гранатка. На всякий случай. И вот мы тут. Давайте посмотрим. Я сам буду стрелять или как? Бабах! Так, использовать укрытие. Задача выполнена. Уничтожить Мюллера. Так, ну мне же вроде надо было, насколько я помню, это
захреначить из какой-то гаубицы. Нет? Так, а где Мюллер-то? Алекс Юстасов. Вот так. Ну, это не проблемно. Так, кто у меня тут еще? Вроде все. Вот это ты. Да, с такого-то расстояния. Да я просто первоклассный снайпер. Да. Ох ты, смотрели, как челюсть, да, разлетелась. Где еще? Да. Так, задача. Покинуть зону. Давай. Вылез. На свою беду. Зачем я их убиваю? Я думаю, что когда я буду покидать зону, они не могут вас препятствовать. Ну, это мое мнение. Почему бы лишних очков тоже не заработать бы нам? Блин, мне что, в пузо попало? Вражеская пуля. Ой, смотрите, классическая операция на носу произведена была. И вот последний. Последний из свиты. Заправлен, завит. Оружие к бою. Вот посюда. Бам. Ну вот. На тебе. Ну неплохо, да, граната-то пролетела. Ой, а это я здесь был, да? Да, был. Вот так. Завалил их всех гранатой. Ну, двоих одной гранатой, я думаю, неплохо, неплохо. Поэтому, да их что мне жалеть, на каждую миссию мне их выдают. Они у меня не сохраняются. Каждый раз много снаряжения. Ну как, снаряжение это то же самое, количество разное. Да и собрать можно с трупов. Так, куда? Вниз. Блин. Вот сюда надо. Там потом. Выйдем напрямую. Есть кто? Нету никого. Вот кто? Нету никого. Sucht weiter. А вот где вы? Komm raus, Scharfschütze. На. Еще? Где вы? Если бы я знал, где вы. Так. Ну, вроде неплохо обошел.
Давайте вот так поставим в растяжечку вот здесь вот. На всякий случай. Вот отсюда. Вот до сюда. Ой-ой-ой. Кто там? Да. Так. Вот так, неплохо, неплохо. Давайте, 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 ребятки. Так. Жопка растяжка прикрыта. Далеко мне бежать? Блин, мне надо из здания выбежать, еще и хрен знает куда. Из здания выбежать, я уж не помню, какой-то этаж первый вроде. Так. Что у нас здесь? Взяли. Выход, выход. Что у нас здесь? Блин, не успел. Чуть-чуть оставалось. Ладно, с контрольной точки. Где у меня контрольная точка? О. Ну, кстати, неплохо. На, первый. Второй. Там еще и третий. Поднимается. Ну давай, где ты? Я видел, ты поднимался. Не надо, я видел тебя. А я вот так могу сделать? Наплевать на всех и вот так вот просто убежать. Могу! Вот так вот. Убежал. Убег, хлопчик. На этом все. Подписываемся на мой канал, ставим лайки и смотрим продолжение. Ну, с выходом через 6 часов. Пока!